Добрый день, друзья. 26 мая 2021 года. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». И сейчас мы с вами пройдем по Массандровскому пляжу. А эта часовня Николая Чудотворца была заложена в 1896 году в память о бракосочетании Николая II и Александры Федоровны. Расположена часовня на месте, где в 1837 году император Николай I объявил указ о присвоении Ялте статуса города. Торжественное освящение произошло 6 декабря 1896 году. В 1932 году часовня была разрушена. Работы по восстановлению начались лишь в мае 2001 года. Восстановленная часовня стала местом молитвы за всех, кто находится в море. А мы идем дальше. Открылись небольшие кафе, магазинчики. Так, тут доставка и телефон, кому интересно. Ты станешь тем, кем хочешь. Флэш Авенджерс. Заряжен на новый пляжный ассортимент и оплатить можно картой. Дайвинг-центр. Магазинчик «Вобла». Ресторан «Гусь». Уже открылись. Курица золотая. Золотая? Ну, не совсем золотая, но золотая. Но аппетитно. У вас на разлив? А? У вас на разлив? Да. А посуде можно посмотреть? Ну, пожалуйста. Друзья, и вина на разлив. Это Массандровский пляж. Цены за 100 грамм. Блогеры собрались? Типа да. Реклама. И работаете вы? От заката до рассвета? Круглосуточно. Ясно. Сына.
Ukele bu iki yapı yapıyorsan. Ukele sen bir tane sana. Шаурма куриная. Не, посоли не надо. Куриная с сыром, цены, смотрите, друзья. И рыба, большой выбор рыбы. Кальмар, сарган, окунь, омар и вобла. Это для любителей пенного напитка. Пончики сахарной пудри. А для Питера это пышки. Что, как в детстве? Ну, пончики, а для Питера это пышки. В Петербурге называют пышки. Ну, такие, как вот в детстве нашем. Да, были, да, да, да. Друзья, Массандровский пляж. Друзья, это юкка, псевдопальма, это юкки. И там работает трактор, планирует пляж. Так, что у нас здесь, вывеска. Так, сейчас время 11:25, температура воды 11 градусов, а вот воздух 25, прохладно. Так, ну это все сдаваемые места. Ладья. Выбираю, что мы это самое. Вон там трактор планирует пляж. Тоже подсыпали щебеночку, по-видимому. А здесь кафе будет, да? А? Кафе будет? Теперь это будет зона фудкорта. Как еще раз? Зона фудкорта. Ясно. Берешь что-нибудь съесть. Ну, кафе уже работает все в полном объеме. Друзья, Ялта. Великолепная Ялта. Великолепный Массандровский пляж. Это ведро 600 рублей? Да. Хорошо.
И это кафе Винсент Ван Гог. Доброе утро, Винсент. Как дела? Как отдыхается? Привет, как дела? Все хорошо. Отдыхаешь или работаешь? Мы сегодня только приехали. Откуда? С Тюмени. Ну это рядом, совсем рядом. Недалеко. Бортом? Ну Москва, а потом Симферополь, да? Да. А здесь остановились? Ялта? Ну да, здесь недалеко. Частный сектор или отель? Квартира. Квартиру сняли, да? А если цена вопроса, какая квартира? Вы снять хотите? Да. 4, да? 4 тысячи рублей, да? 4 тысячи рублей. И сколько у вас человек? У нас вот нас, четверо и ребенок. 4 тысячи рублей. Ну, да. Это хорошая цена. Хорошая цена. До набережной вот 100 метров, 150. А питание все устраивает? Ребенку самое главное? Да, конечно. Питание, то есть у нас нет, не включено, то есть нам повар не приходит, не готовит. Странно. Да, за 4 тысячи думали, что как бы вот такой, так оказывается, нет. Ну, в общем, в принципе. Ну, хорошего отдыха, ребят. Спасибо, спасибо. Взаимно. Друзья, мы с вами гуляем по Массандровскому пляжу. Чудесная погода, Ялта. Thank you.
Друзья, ну вот здесь уже разровняли пляж, он стал пошире. И наше черное ласковое море. Друзья, это олива. Друзья, с вами канал Дневник коренного крымчанина. Прошелся я по Массандровскому пляжу. Люди есть, загорают, но вода холодная, еще 11 градусов тепла. А погода 25 градусов. Ну, мы идем дальше. Мы не прощаемся. С вами канал Дневник коренного крымчанина. И еще увидим много-много интересного.